Так, ну что, всем привет. С Ваньком. Hello. Там двое сбежали, там еще двое есть. Короче, сегодня, как и говорили, снимаем, так сказать, видос с Сакуны. Решимся мы на трюк или нет, так сказать. Так, Вань, какой трюк сегодня хочешь пробовать? Мистик через спайн. Через спайн? Да, там. Через спайн. Я... Это зверька жестко, мне кажется, потому что даже я немножко иногда в дроп улетаю. Так, ну а я через фан большой. Вот этот вот фанбокс. Мисти 9. Я надеюсь, что я все-таки приду к этому трюку, и я его брошу. Хотя бы брошу. Это вообще для меня уже будет, типа... То я очень боюсь. Многие видели. Сейчас давайте я сделаю пару ставочек, как я упал с него. Поэтому страшно выкидать снова. Но я сегодня, наш план действий на сегодня, это как всегда, круто провести время, покататься. Ну и если получится, мы переходим к нашим трюкам. Если нет, то мы Сакуны. Вот так. Поехали. То есть хочет мистика кидает. Мистик 7. Я в шоке. Ладно, погнали. Так, Ванёк, я это собрал, вообще. Говорит, кидает. Все, фигня, пробуем, да? Да, погнали. Выглядело максимально, это ужасно. И больно, мне кажется, или нет? Нет. Нормально? О, нифига. Блин. Так, Вань, ты меня уже удивляешь сегодня. Только непонятно. Затем руку выставил. Как дурный, у тебя высоты вообще нет. А. Что в лицо? Так, это была первая попытка. Посмотрим, какая будет вторая. Так, у нас сегодня квест. Мы, вот ты третий будешь тогда у нас. Мы сегодня втроем вот загадали себе трюки, вот и мы к ним идем сейчас, чтобы делать их. А. Какой сегодня трюк желаешь? И ты не участвуешь в нашей флешмобе трюков. Я не знаю. Я вот, он делал вместе в спайне, я такой, надо сделать вместе в спайне. Я его пытался добрать, но что-то не заходило ничего. Сегодня я вроде себя хорошо чувствую, можно сделать. Ну, наверное. То есть ты ставишь на трюк? Будешь пробовать? Точно? Пробовать точно буду. А как оно пойдет дальше, я не знаю. Потому что вначале ты чувствуешь себя уверенно, а потом ничего не идет. И ты не знаешь, в чем проблема. Короче, они двое через спайн, у меня вместе 9 через спайн. Не через спайн. А, ты через спайн? В квотере. А, в квот. Все, ладно. Не через спайн, я говорю, я через спайн делаю. Все, извиняюсь, тогда все. Спайн, ой, квотер, спайн. Ну, я фанбокс вместе плюс добавим к ней трешечку, чтобы вышло вместе 9 у нас. Че, кто едет первый? Я кидал вроде только что. Блин, вот я сейчас им ляпнул, что типа кто едет. Я представляю, сейчас, когда я буду стоять на разгонке, они мне говорят, ну чё, давай, едь давай. Я немного. О, хорошая была. Блин, а? С такой попыткой можно уже и работать, я скажу. Я скажу, что когда раскатывались просто, он кидал, и у него прямо приехал, приземлился. А на камеру, как всегда, давление. Дайте мне вторую. Уже что-то не идет. Вторую попытку сразу? Да, я теряюсь, боюсь, все, руку устанавливаю. Давай. Мне надо делать. Так, попытка номер 3. Не докручиваешь градус. Честно? Я скажу, что больше на пятеру похож. Ну да, как будто это фейки 5 больше выглядит. То есть. Давай, покажемся немножко. А тут слишком прямые ноги и сильно отпрыгивая. Подскользнул. Но я согласен, что ты уже не секунд, потому что ты бросился. Это тоже. Вот получается, в данный момент это только я. Хотя, не знаю, если я в конце концов так и не кинусь, чтобы не показать, так сказать, не покажу вам. Не, видос выйдет на канал, но часть этой реплики, она вырежется. Это о том, все, где будет слово, что я что-то буду бросать, мы просто переиграем, как будто я просто снимаю пацанов.
Годный план. Далее кто-то ушел, его кого-то позвали. Если я сейчас приземлю, то ему придется приближать. И качество будет шокальное. Просто выставляю руку, себя страхую, а это не надо делать. Просто взять и ехать. Виталь, держи. Давай. Ты готов? Блин, вполне можно пробовать ставить, но я не знаю, чего он боится. Чего он боится? Не знаю. А ты чего боишься? Я ничего не боюсь. Супер. Ау! Я чуть-чуть боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот просто не довернуть, не довернул немножко, чуть-чуть больше довернуть и коленки согнуть. Все, уезжай. Нет, блин, не доворачивает, он боком приземляется и напрямую. Ну это косяк. Косяк его личный, так сказать. Настрой. Не, знаешь, не крыгает сальто, а просто как будто выдергивает из-под себя роллы. Поэтому так выходит. Ну, так, что? Говорил, прыгать надо. Так, что, я пошел до фаралона, чуть распрыгиваюсь. Вы тут готовьтесь, да? Пошли с тобой. Ты отсюда будешь? Да, я еду отсюда, ты едешь. Я еду отсюда. Колено не чувствую вообще. Ноги не успел под себя подсунуть. Защита как бы хорошая. Фьюз. Но пробивается очень легко. Блин, больно колену, прям ужасно. Боль колоссальная. Вставай. Я встану сейчас. Можешь посмотреть?